кто у меня родится. Вот, давай. Отодвинуть завесу тайны и заглянуть в будущее можно под Рождество, считает Надежда Рафикова. Ежегодно девушка вместе с подругами гадает в сочельник. Это традиционная забава на Руси, жива в Казахстане и в наши дни. Считается, что рождественские гадания отличаются особой точностью. Вот и Надежда в предсказания верит свято. Я вообще верю в гадания, но гадаю я очень редко. В основном только под Рождество, как бы, когда это действительно такие дни считаются, когда можно гадать, разрешено. И, ну, у меня случались такие случаи, когда гадание действительно сбывалось. Садиться за стол сегодня разрешено ровно в полночь, а кушать пищу с появлением первой звезды. Поэтому свой сочельник заботливые хозяйки проводят на кухне, готовят праздничные блюда. Ведь рождественский стол должен быть особенным. Традиционным блюдом является кутья – рисовая каша с добавлением фруктов и меда. С нее и начинают трапезу. В праздник на стол подают мясо, рыбу, пироги и много сладостей. Православные Шымкента готовятся встретить большой христианский праздник Рождество Христово. Не менее важен на сегодняшний день рождественский сочельник. Сегодня все православные наводят чистоту в своих домах, накрывают праздничные столы, пекут сдобу. А во всех шымкентских православных храмах проходят праздничные богослужения в честь рождественского сочельника. Храм в красивом праздничном убранстве освещен свечами. В центре ель, как символ вечной жизни. Прийти в православный храм можно в любое время. Двери церкви открыты круглосуточно. Но главная праздничная литургия начнется в полночь и завершится утром 7 января. Для тех, кто не может в эти дни посетить храм, можно помолиться и дома. Рождество Христово – это праздник удивительный, праздник добрый, праздник семейный. И изначально тот Новый год, который мы сейчас празднуем, он был как бы вот та елка новогодняя, это елка рождественская. В этот день очень важно творить доброе и светлое, потому что чем больше ты поделишься этой радостью рождественской, тем больше она к тебе вернется. Поэтому нужно обязательно делиться этой радостью, нужно позвать родных и близких, нужно помириться, нужно этот день... Такой хороший повод для того, чтобы простить. Говорят, что в Рождество сбываются самые заветные желания. Правда, священники рекомендуют загадывать именно то, что принесет пользу душе. 7 января в Свято-Никольском кафедральном соборе можно будет послушать рождественские колядки в исполнении церковного хора. В 13:00 священники приглашают городскую ребятню на традиционную рождественскую елку. Праздник продолжит театральная постановка в Южно-Казахстанском областном русском драматическом театре. Ксения Пыльница, Эльдар Жунусканов, Ербол Махашев, информационная служба телекомпании «Утрар».